Универсальная версия от компании Nightcore. Светодиодный фонарь Nightcore MT2 с широким спектром применения в различных сферах. Nightcore MT2A основан на базе одного светодиода Cree XPG-R5. Имеет гладкий глубокий рефлектор, благодаря чему максимальная мощность достигает 280 люмен, а максимальная дальность луча — 115 метров. Фонарь поставляется в фирменной упаковке Nightcore, на которой указаны основные характеристики и уникальный серийный номер. В комплект входит фонарь Nightcore MT2A, ремешок на запястье, клипса для ношения на ремне, кнопка и запасные силиконовые кольца для резьбовых соединений. Nightcore MT2A очень компактный и легкий. Вес фонаря составляет всего 67 грамм. Специальное покрытие и структура поверхности корпуса исключает выскальзывание фонаря из рук. Фонарь защищен от переполюсовки. Если некорректно вставлены элементы питания, с ним ничего не случится. В качестве элементов питания MT2A использует два элемента питания типа 2А, как аккумуляторы, так и обычные пальчиковые батарейки. Для зарядки аккумуляторов можно использовать универсальное зарядное устройство Nightcore i4. В фонаре есть два режима – турбо и пользовательский. Они переключаются путем поворота головной части фонаря. Фонарь включается одним нажатием кнопки в максимальном режиме турбо. Поворотом головы фонаря вправо активируется пользовательский режим, в котором доступны три режима яркости, режим SOS и стробоскоп. Режимы переключаются быстрым двойным нажатием кнопки. После поворота головы фонаря влево активируется турборежим. При повороте головы вправо фонарь перейдет в последний сохраненный пользовательский режим. Для разных целей возможно применение специальных диффузоров и световых фильтров диаметром 23 мм. Специальный диффузор типа капля позволяет добиться равномерного освещения, а уже с помощью фонаря можно установить нужный уровень яркости. Перед взаимодействием фонаря с водой рекомендуется нанести специальную силиконовую смазку на резьбовые соединения. Влагозащита фонаря соответствует стандарту IPX8. Возможно погружение до 2 метров под воду при условии целых силиконовых колец. Противоударная защита элементов питания и корпуса фонаря позволяет выдерживать падение с высоты до 2 метров. Время работы фонаря в максимальном режиме достигает 2,5 часов, в минимальном – более 50 часов. Фонарь Nightcore MT2A незаменим при ежедневном использовании в качестве карманного фонаря. Также он легко выполняет задачи охотников и рыбаков. Его оценят по достоинству все, кому нужна качественная и надежная подсветка.